За сутки в Коми плюс 197 зараженных коронавирусом. Выздоровели 103 человека. В активной фазе болезни 2456 пациентов. За ростом заболеваемости последуют новые ограничительные меры. Их в обращении к жителям, записанном накануне, анонсировал глава Коми. По данным регионального управления Роспотребнадзора, чаще всего люди заражаются коронавирусом в торговых центрах, общественном транспорте и в сфере сервиса. В связи с этим мы приняли решение о необходимости усиления рейдовых мероприятий. Поэтому, уважаемые жители республики, еще раз напоминаю о том, что соблюдение масочного режима – это наша с вами обязанность, за которую мы все несем ответственность. Власти региона планируют привлечь для работы в больницах и поликлиниках студентов-шестикурсников мединститута СГУ. Как пояснил Владимир Уйба, в условиях напряженной эпидситуации важно использовать все наши возможности.